Сергиевске состоялся ежегодный смотр «Строй и песни» среди школьных военно-патриотических объединений, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, все вы тренировались, учили песни, учились ходить маршем, и сегодня покажете, что наша страна выстоит при любом натиске. У нас подрастает замечательное поколение, я вас уверен. Всем удачи, хорошего настроения и мирного неба над головой. Мы должны помнить историю, что была война, наши деды, прадеды защищали свою родину, Союз Советских Социалистических Республик, что они отстояли, победили фашизм. Люди, не знающие своей истории, они обречены на исчезновение своей нации, народа. В состязаниях приняли участие 12 школьных команд Сергиевского района. Программа включала приемы строевого устава Вооруженных сил Российской Федерации. Строгое жюри оценивало выход отделения, рапорт командира, строевую стойку, повороты на месте, движение строевым шагом, выполнение основных команд и исполнение строевой песни. При определении лучших значение имели внешний вид, единая форма одежды участников, правильность и четкость выполнения команд. По итогам выступлений третье место заняла команда «Горячие сердца» из Светлодольска, второе – команда «Русь» из Серноводска. Первое место досталось команде «Юноармеец» Суходольской школы номер 2. Ну, мы готовимся уже, на самом деле, с 5 класса. Каждый день репетируем, учим песни, маршируем. На самом деле мы очень рады этой победе, потому что мы доказали то, что слоган «Суходольская вторая, первая в остальном» оправдан. Победители награждены дипломами, почетными кубками и сертификатами на экскурсионную поездку в военно-исторический музей Центрального военного округа. Антон Иванов и Евгения Козлова, телерадиокомпания «Радуга-3».